С 1 июля в России подорожали услуги жилищно-коммунального хозяйства. В городском округе Люберцы увеличение совокупного платежа составит в среднем 3,7%. Тарифы повышены на отопление, горячую и холодную воду, электроэнергию, водоотведение и вывоз мусора. Вырастет плата и за содержание общего имущества МКД. Сумма будет зависеть от степени благоустройства многоквартирного дома. В целом платежка увеличится у жителей где-то от 3 до 4%. Для однокомнатной квартиры это в среднем 150 рублей, для двухкомнатной 290, для трехкомнатной 390. Тарифы на газ останутся без изменений до октября. Стоимость всех остальных коммунальных услуг останется неизменной до 1 июля 2023 года.